как раз пришло, когда я делала эту программу. Эпиграфом к этому стихотворению называется «Зеленые человечки». Эпиграфом к этому стихотворению я взяла стихи Ольги Родионовой. Ну, вы уже слышали «Татуировщика», вот это тот же автор. И кусочек из стихотворения, которое называется «Аризона». Рта никакого нет, они не умеют есть. А как же они живут, а они не умеют жить? Умеют, наверное, плакать, потому что глаза-то есть. А в общем, годятся только кузнечиков сторожить. Это вот такой эпиграф. И стихотворение, которое родилось... Я сейчас помню, я гуляла возле Вечного Огня, это было утро, 6 утра или 7, не помню. Был сильный дождь, и вот такое стихотворение. «Мы зеленеем от злости на наши СМИ, и от тоски зеленеем в тюрьмах квартир. Нам разъедает разум зеленый змей, и виртуальность уходит в зеленый мир. Мы превращаемся в маленьких тех существ, что лучше всех на свете могут молчать, могут смотреть и плакать. Глаза-то есть. Что же там мысли, что в их головах стучат? Я рассказала бы, но мне говорить нельзя. Даже когда на улице сильный дождь, плакать могу, неотрывно глядя в глаза. В робкой надежде, что вдруг ты меня поймешь. Разве когда-нибудь кто-то подумать мог, что эта грустная песня будет про нас? Сверху, наверное, смотрит на нас Бог. Плачет, молчит и не отводит глаз».